Вы смотрите канал CryptoDealers. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать To The Moon. GGT на Crypto.com. Канал CryptoDealers продолжает рассказывать вам о новостях нашего партнера, пионера новаторских решений в области криптоплатежей платформы Crypto.com. В октябре 2020 года Crypto.com объявили о том, что их услугами уже пользуются более 5 миллионов пользователей. А на этой неделе Crypto.com заявили о листинге нашумевшей монеты GRT. GRT или The Graph — это децентрализованный протокол для индексации и запроса данных блокчейна. Но это больше, чем просто программа. Также есть способ реализации с открытым исходным кодом с применением GraphQL. The Graph обладает неоспоримыми преимуществами, которые уже оценили пользователи. Протокол для поисковых запросов к IPFS и Ethereum нужно выбирать, чтобы упростить работу с данными. The Graph протокол — это протокол индексации запросов к сетям, таким как Ethereum и IPFS. Любой может создавать и публиковать открытые API, называемые подграфами или subgraphs. С помощью них можно запросить данные, которые трудно получить напрямую из блокчейна. С момента запуска в январе 2019 года The Graph расширился и теперь поддерживает многие ведущие протоколы DeFi, включая Synthetix, Uniswap, AVE, Balancer, Aragon и другие. Все эти DeFi-протоколы запрашивают данные из подграфов, такие как торговые операции, ликвидность на DEX-площадках и многое другое. Другими словами, The Graph действует как критически важный компонент промежуточного программного обеспечения для того, чтобы сделать данные более удобными для приложений DeFi. Кстати, если ты до сих пор не завел себе некостадиальный DeFi криптокошелек, то мы рекомендуем тебе обратить внимание на мобильное приложение от Crypto.com. Некостадиальным можно считать криптовалютный кошелек, сохраняющий за пользователем возможность полностью контролировать ключи и свои средства. Если у вас на руках ваши личные ключи, то вы полностью владеете своими биткоинами или любыми другими альткоинами. Именно таким некостадиальным криптокошельком является мобильное приложение Crypto.com. Crypto.com предпочитает развивать мобильные приложения, чтобы у вас не было повода использовать настольный компьютер, если вам отлично работается на вашем телефоне. В более широком смысле команда Crypto.com считает, что в криптопространстве есть огромные возможности для создания отличных мобильных приложений. Кстати, напоминаем про нашу совместную акцию. Получай бонус в $25 от CryptoDealers и Crypto.com. Регистрируйся по ссылке в описании, вводи промокод CryptoDealers и становись частью крипто-революции. Условия простые. Регистрируешься по ссылке в описании, проходишь KYC, пополняешь счет на сумму 2500 CRO, в приложении стекаешь на 6 месяцев и за это получаешь до 8% годовых. После этого все, моментально получаешь на счет CRO в размере $25, которые можно сразу обменять или вывести. Ссылка в описании к выпуску. Промокод CryptoDealers. С добавлением монеты GRT в приложение Crypto.com пользователи теперь могут покупать ее по реальной цене без комиссии. Для покупки поддерживаются как банковские карты, так и банковский перевод. Все подробности по ссылке в описании к выпуску, а также в официальном телеграм-чате Crypto.com в нашем регионе.